В ЕНПФ прокомментировали информацию об инвестиционном доходе и якобы убытке 80 миллиардов тенге за январь и февраль этого года. В фонде заявили, что это сообщение не соответствует действительности и не отражает полную картину. Общий начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам за январь и февраль 2019 года составил положительную величину, превысив 25 миллиардов тенге. По данным ЕНПФ, структура инвестиционного дохода, полученного по пенсионным активам за два месяца 2019 года, выглядит следующим образом. Ну а за три месяца общий размер начисленного инвестиционного дохода превысил 112 миллиардов тенге. Доходность пенсионных накоплений за последние 12 месяцев составила 11,5% при инфляции за аналогичный период 4,8%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов составляет 6,7%.